путешествую в городском поселке Смиловичи, что в 30 километрах от Минска. Небольшой сюжет о храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца решил вам показать в деревянном стиле, красивыми куполами. Допустим, что-то хочет поумнее, то же самое, как у нас. Что на рынке, что в магазине. Я тебя пойму, что ты там защищаешь. За ним еще виднеется бело-голубой храм, поменьше размеров, охраняется собаками служебными даже. Все очень строго. Продолжение следует. До встречи.